можно посидеть, раскинуться, ногой потопотать. Вот, можно подпеть. Значит, меня зовут Михаил Новицкий, кто не знает. Кто не знает, конечно. Вот. Кто знает, тем более, меня так зовут. Я кто? Я актер в театре кино профессиональный. Непрофессиональный художник. Непрофессиональный поэт, непрофессиональный писатель. Профессиональный строитель с красным дипломом. Что еще? Разведчик. С этого поподробнее, пожалуйста, насчет разведчика. Командир отделения артиллерийской разведки. Действующий. В запасе. Сегодня это раскрывать нельзя. Вот если вы видите, что там делают, какая-нибудь правительственная машина вдруг навернется. Ну, так, намек. Значит, где-то за горой я сидел с дальномером, батарея дал указание. Однажды мне пришлось в возрасте полугода, только закончив учебку, командовать дивизионом. Дивизион, представляете, что такое? Дивизион это, ну, порядка 12 ракет. Трех батарей. Три батареи. Батарея это сколько? А батарея это 30 человек. Сколько? 30. Значит, 90. 90, да, плюс вот управление. Так случилось, что вот я был полугодовалый сержант, только закончил учебку. Вот учения идут. У нас командир дивизиона где-то напился пьяный. Нету его. Вот. Замполит, ну, тупой, естественно, по определению, потому что они все были тупые. Кто ничего не соображает, того замполиты брали. И тут тоже пьяный. И вот на пункте управления дивизионом вот только я, какой-то молодой, какой-то москвич, это самое, щитовод. Ну, именно дед. И вот этот, я понял, а там, значит, за холмами стоит, значит, три батареи. Уже время 4 часа, уже ближе к утру, все замерзли, все будет чего-нибудь, ну что-нибудь начнется, приказ какой-нибудь, что-нибудь будет. Я беру рацию на себя, беру командование, вот, давай этому дембелю про это самое. Ну он такой хороший, он даже не быковал типа того, что нормально, вот сержант, молодой, ну давай стрелять. Ну в общем, за полчаса где-то это, расстреляли весь боезапас, какой можно было. Вот, утром приходит с Будуна командир дивизиона, как хорошо стреляли, все здорово. Вот так вот дивизион. Вот, это я так начал представляться. А вообще, на самом деле, как бы актер, и актер себе после армии стал таковым. Володя Гребцов. Интрига. Это я. Да, наш гитарист. Он занимается очень почетным ремеслом, но мы утаим. Вот. А почему важно. Утаить? Утаим. Рано вам еще. Рано вообще знать, да. Да, маленький. Не дрался, значит. Да. Вот. Валера водитель. Ну, кстати, здесь мы все водители. Ну, можно назвать. Пусть не водитель, а спички. Вот. Я стал недавно почетным водителем. Позавчера мы. Я стал автобусником. Позавчера мы Валерию прикручивали реверсер. Ресивер. Лёжа, подъем. На морозе под автобусом прикручивали ресивер. Вот. Ну прикрутили. Вроде не отвалился еще. Уже двое суток. Полет нормально. Это мы после репетиции. Репетировали с Володей. Я поехал Валера. Валера репетировать не стали, сказали, да, ладно, Марина порепетируем, что-то, народ свой. Вот и мы, вот. Все свои. Пошли, да, ресивер крутить. Ну что, надо бы спеть чего-нибудь, и разговорились.